Значит, мы всегда знаем головой, печенкой, пупком, не знаю чем, что мы безобразничаем. И мы всегда знаем, что не это есть то, как надо, а надо вот то, как Христос сказал. Даже если ты считаешь себя неверующим. Все равно для русского и российской культуры человека главное – это некоторая высокая цель, высокая идея, ради которой можно пожертвовать чем-то. Когда есть высокая идея, русский народ и Россия могут творить чудеса. Чудеса, это было много раз. А когда впереди у тебя прагматическая цель, ну, возьмите наших футболистов. Но они не умеют хорошо играть за деньги. Они играли раньше хорошо не за деньги, а за совсем другое. А сейчас в рыночный, когда рыночный спорт, они играют гораздо хуже. Они в этом не виноваты. Такой менталитет. Вот, собственно говоря, это вкратце, что я могу сказать про русскую духовность.